Здравствуйте, гости и подписчики моего канала. Вот хочу показать Рене Цимренко в хранении. Сейчас у нас 16 или 15 декабря, то есть оно уже поменяло цвет, вкус, мякоть размягчилась, стало более ароматное, более сладкое. Я его там снимал уже видео на дереве, ну и хотелось еще в подвале показать, что оно лежит прекрасно, все. То есть мы его уже покушали, остался там ящичек маленький, таких самых мелких. Я выбрал с него самые крупные, а там мелочь. Такие они. Вот есть такие мелкие, темные. Есть вот такие на солнце с загаром. Да, парша была. И обрабатывала все равно. Так она хорошенько его долбит. Так, сейчас посмотрим, что они по размеру. Были крупнее яблоки, это, грубо говоря, средние. То самые мелкие у меня остались, самые крупные постоянно же их. Все хотят 140 грамм, 150 грамм, грубо говоря, а тут 150. Это средний его размер, вот у меня, по крайней мере, в саду. Там бывает и крупнее, но если меньше нормировка. На этом дереве было, там снимал, то 4 ящика у меня получилось полных. 4 ящика, не важил сколько, ну... И они из-за этого мелкие, Сорт сам очень перспективный. За всю его историю он пытается конкурировать с новейшими сортами и прекрасно конкурирует. То есть на рынке постоянно он есть, в супермаркетах тоже его люди очень любят за его необычный вкус, сладость. Ну, сорт достойный внимания. Единственный минус у него, что за ним надо чуть-чуть, с ним надо чуть повозиться. Надо побрызгать, полить обязательно. А полить ему тоже желательно, чтобы Golden Delicious рос где-то неподалеку. Ну или другие какие-то сорта опылителя. У меня он с Golden Delicious растет. Так что минусы, конечно, есть. Болеет, опыляется плохо. Рвется с подоножками тоже. У меня много очень яблок. Подоножечка, вот если можно заметить, очень маленькая и очень плохо рвется. Я его пока оборвал, то в основном вот так вот оно рвется, вот так, что оно загнивать может. Ну, ни одно не сгнило яблоко, там есть повреждения чуть-чуть где-то. Ну вот сейчас оно, вот я разрезал пуши одной рукой, плохо резать, и это вот покажу, как оно сочно, как оно хрустит. Мякоть не ватная, хрустящая, не такая, правда, как у леголя, твердая. Ну, как раз у кого зубы уже не такие, как у короля, то как раз нормально грызть его. Вкусное яблоко, мне оно очень нравится. Я его советую всем, у кого есть хоть чуть-чуть время для занятия садом, то оно должно быть в каждом саду. Даже бревна очень хорошо и продается, и опыляется, только если есть опылитель. Вот у меня рядом растет сорт опылителя, точнее вщепнута ветка. Ну, прекрасно его опыляет, прекрасно. Чтобы, конечно, достичь более внушительных размеров, то его, конечно, желательно чуть-чуть пронормировать. Оно, конечно, и будет вот подносить плюс-минус одинаково, не так, что в один год чуть меньше, в другой чуть больше, плюс-минус одинаково. Ну и яблоки будут покрупнее, но они, конечно, их хранится будет похуже. Чем крупнее яблоко, тем оно хуже хранится. Чем мельче, чем дольше оно хранится. Яблони это 7 лет. Ну, 7 или около 7, или около 8, то есть, ну, грубо говоря, 7 лет яблони от посадки. Капельного орошения нету, столба нету, ничего нету, только поливается со шланга. Во дворе у меня растет, там где живу, поливается со шланга. Капельного нету. Ветра тоже там нету, там какой ровный забор и теплицы. То она как-то еще
Нормально, без кола простояла, не упала. Если бы она была в поле, она бы уже давно легла на М9. То есть на 106 их выращивают тоже хорошо. Так что такой сорт. Товарный, красивый. Это я вот понатирал чуть-чуть. В ящике вот видно, что он матовый. А это натер, чтобы блестел. Красивая, красивая, смотрелась. Так что такие дела. Спасибо за просмотр. Всем пока.